Итак, дамы и господа, обсуждается версия, как перенести вкладки из браузера из старого устройства в новое. Учитываем, что вкладок много. Я, конечно, их создал немножко. Я вообще не фанат держать много открытых вкладок, но некоторыми пользуются, у некоторых их квадриллионы. И вот как в этом случае перенести? Рассматривается браузер Chrome, потому что, как я выяснил, не во всех браузерах используются все как бы обязательные параметры. Смотрим. Открываем Chrome. Изначально он обычно выглядит вот так, и сверху в квадратике, таком с закругленными углами, количество открытых вкладок. Здесь их может быть хоть миллион, блин. Chrome это все держит, на удивление. Мне казалось, что процессор будет сильно замедляться, но жена уверяет, что нет, у нее вкладок открыто очень много. Поэтому она говорит, проблем нет, значит все работает. Вот, допустим, вам нужно с одного устройства перенести это в другое. Как это делается? На экране, где вы видите все вкладки, отображенные в виде прямоугольничков с превьюшками страниц, сверху есть три точечки. Нажимаем. Тут есть пункт «Выбрать вкладки». После этого, еще раз три точки, выделить «Все». После этого поделиться вкладками. И тут важно, чтобы у вас в списке программ, которые внизу, была заметки Google. Потому что это самый простой вариант. Скоро поймете почему. Хотя на самом деле можно передать любым методом, но потом раскрывать будет немножечко сложнее, чем через закладки. Ой, через заметки. В заметках так и называем «закладки». Ну, или как хотите называйте, хоть Вася Пупкин, мне пофигу. Нажимаем «Сохранить». После этого это дело все сохранилось, вы можете убедиться, в закладках. И каждая страничка записана в виде открываемой кликабельной ссылки. На новом устройстве обязательно, чтобы интернет был включен на обоих, они должны синхронизироваться, открываете это же дело. Да, находите ту же самую программу. Если нет, ее можно установить с маркета, хотя она сейчас по требованию Google есть везде. И в ней появляется автоматически эта же самая страничка. Отложим пока обновление. Разрешить. Но все-таки обновить хочет, зараза. Ладно, фиг с ним. Теперь ищем такую папочку под названием «Закладки». Мы ее активируем. Справа у нас на планшете, на телефоне, прямо в основном экране появляются сами закладки. После этого нажимаем на первую. Нажимаем «Открыть». У нас в браузере открывается, да? Только вот я сейчас не хочу, например, в этом браузере, поэтому я делаю еще одну хитрость. О приложении. Отключить. Остановить. Возвращаемся. Опять в заметки. Попытка номер два. Не-не-не-не, мне первую, пожалуйста. Открыть. Теперь он спросит, чем вы хотите это сделать. Выбирайте тот браузер, который вам нужен. Ну, в моем случае это был Atom, но почему-то я его еще не установил, что ли. Значит, сначала нам нужно что? Поставить требуемый нам браузер. То есть видео такое затянутое. Господи. С пояснениями. Вот мы ставим браузер, который мне нужен. Да? Вот, например, вы хотите перейти на другой браузер, вы его устанавливаете, что логично. После этого вы его активируете. Потом вы входите в вашу учетку. Я этого сейчас делать не буду. Это мы пропустим. Просто вот он есть, и все, он работает. Теперь заново возвращаемся в заметки. И тут у нас появился Atom. Выбираем, что мы в нем открываем. Теперь возвращаемся туда же, в заметки. Нажимаем на следующую ссылку, номер 2. Нажимаем опять «Открыть». Теперь я уже выбрал всегда, чтобы он всегда открывался. Заметьте, да, у вас уже две вкладки открылось. Возвращаемся туда же. На третью нажимаем, нажимаем «Открыть». И так, к сожалению, с каждой. Почему я говорю, что автоматизации не завезли? Ну, если я забыл сказать, то вот теперь говорю. То есть, к сожалению, этот режим ручками называется. Автоматически это можно сделать в некоторых браузерах, что он раскроет сразу все вкладки. Но не везде. Слышь, мне это не надо. Зачем я в YouTube влез? Так, я пятую открывал. Я запутался. Болтать при этом тоже как бы не рекомендуется, потому что будете, как я сейчас, думать, а не открыл ли я одну и ту же ссылку дважды. Открыть. Видите, они все добавляются и добавляются вкладочки. Соответственно, в таком режиме вы переносите абсолютно все нужные вам вкладки. И они появляются. И, как говорится, заказчик доволен, потому что все вкладки есть. Из браузера выходите, делаете все, что угодно. Можно его даже закрыть. После этого вы его откроете, и он заново откроет вам все вкладки. То есть эффект достигнут, вкладки перенесены. Надеюсь, кому-то было полезно. Заодно мы заменили браузер, потому что мне, например, Atom нравится больше. У него есть все сертификаты, нужные в России, для корректного отображения всех сайтов. Всем спасибо, надеюсь, кому-то это помогло.